Не, тут могла помочь, допустим, система телепортов каких-то. Ну, телепорт, например, тут ставить. Непонятно. Джадакс, если здесь поставить, то если тут прорвет оборонка кто-то здесь, то отойти только сюда можно будет. А здесь некуда будет отойти, потому что, допустим, врата телепортационные будут стоять. А если здесь, ну, налево, этот длинный ход тут. Ну, с одной стороны, да, можно и сюда как-то прыгнуть, и туда. Но на ход дальше у этой системы сюда. А здесь, допустим, база куда. Ну, это возможно потом. Здесь. Крупный засушенный минимум. Крупный минимал. Золотой. Золотой минимал. Мы выбрали себе пониженную гравитацию. Вот низко тут можно тогда терраформить. Но здесь, да, как бы нам туго, но перспективно. А это клинически будет там для населения. Вот это было бы не захватить. Терраформировать, вырастить население. Ну, средняя планета, и потом этим уже там. Или оно поможет, например, тут этот радиоактив. Ну, активы, кажется. Ну, плюс какой-то. Ну, подразделить. 4, да, тут есть, ну, типа, смысл. А эти вот это Милгоу, Пау, Денвич, Зарконь этот. Червоточины с двух оно закрывает. Еще сложнее будет. Оно то же самое, что и у нас. Но здесь столичная линия. А там даже если оно разорвется, то сколько там затратится. Вот фрегат может полететь. Ладно, исследование. Ну вот это, ну его в Псилонов только выменять, очень много карты. Он следит за кораблями, ну, очки командования плюс 2. Добавляет очки командования за каждую звездную базу. Боевую станцию и звездную крепость. Ну это не совместно с действием других. Ну, боевого локатора, да, если бы один, но ну, это его встраивает в корабль. Вот дальность технолога зависит от размера корабля. Тут либо не получится такого. Ну, связь, говорят, там получится. Еще один покров сорван, замыкающий. Модификация. Ну, катапульта, да, круто. Ну, Кракс не... Если бы Кракс подавились, мы все вступили. Выберите, какую тайну должны постичь наши эксперты. Неклавами. Телег может плюс один, а тут опыт заполнения операции плюс 50, этот что-то отдельно взять. А здесь вот он, экран. Но у нас пока идут доделки, нам экран не особо. Я долго делать что-то, а тут утилизатор. Вообще надо вот этот. А хотя мы хотели вот это. И первого. Но плюс один даст на ученого, и тогда тут будет не пол. 7 туров по 4, например. Гильдия экспертов всецело одобряет эту отрасль. Всецело одобрение. И тут ты терраформил, да.
Все надо ускорить. Наши тайны в полной безопасности. Надо ускорить процесс. Но сейчас у нас 50 мегапоинтов. Но это как доходность плюс 51 мега. Реально на 138 хотя. Вот сколько он указывается. 154, но всего типа 57 плюсовых. А, сделок 148. Намного расходы. Жалование космическое платит. 7, столько планет. Ну и бывает, что в плюсе столько. А когда они в операции, то они там провал на провал. Но если по одному надо подвое внедрять и начинать с простых операций, тогда. Например, сейчас третий будет. И куда-то внедрить. Ну как Ларри, например. А если поймать, то пытаться поменяться. Ну, Микларский, пока мощь не наберется, может сеть в обороне и шпионить, например. Ну, второй уровень не будет, скорее всего. А вот Чарли, а чё он четвертый? Это еще один был. Ну вот, третий на четвертый не поменяют. Четвертый на четвертый. Ну, непонятно, растет у них опыт или нет. Ну, это провоцирует нам. Ну, у них мощь выше, а потом ну, типа замутятся они сами. Ну меньше третьего альфа, наверное, будет внедряться. Как Ларри, потому что победить у них не скоро придет, может с этого удастся там сделаешь какой-то. А если не поймают, то можно попытаться ну, поменяться или что-то. Ну, бывает, чтобы вот пчелонские соглашались. А насчет других мы не знаем. Но если у них мощь на их стороне, то они будут там с доплатой или ну, если выше рамок или что-то там. Ну, кредитов будет. Ну, могут и так сказать. Если у нас могут, то да. Можно что-то докидывать. По 7, ну больше агентов не будет. Но... Когда они принесут, они срут тут. А станет уровень 3 вообще поделить. Но зато у нас пока в контрразведке все будет. Потом вырастет до второго здесь, и, а тут до третьего альфа и браво. Чарли оттуда и будут куда-то их заслать. Адмиралтейство. Ну вот адмиралтейство не хватает у нас лидера, но лидера. Ну вот оно, адмиралтейство. Министр Каразин. Может она и была, она была секретарем. Как свич. Это он какой-то тоже растет. Ну теперь рост опыта лидеров на плюс 20%. Но тут до пятого, так что непонятно. Рост опыта агента тоже можно, допустим, 20 на 20 будет. Но не позже начнется. Но мы скомпенсируем то, что не будем брать те 50, например. А повышение интеллекта выберем. То есть телепатическая подготовка. Но она выгодна, может кого-то поменяется. Но это за успешное только выполнение операции. Или пока идут операции. Там заход опыт наращивается на плюс 50. Но она так наращивается. Можно висеть в контр. Ну, здесь у нас атака на наземных войск, у нас еще плюс наземные войска, типа логично. Ну и
него, да, если бы он подрос, то эти 8, то есть он было 6, ему 12, там 18.